Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, мы играем в какого-то бешеного кулинара. Updater, а в чем мы здесь улучшим-то? Тут и нечего улучшать. Play, 12 за 12 коинтов мы что-то должны приготовить. Так, давай-ка. Воу-воу, я хочу этого. Так, берешь рыбу, жаришь ее, ну-ну-ну, пожарили мы рыбку и... Хорошо, что я поел перед тем, как играть, потому что... Так, сюда и... Спасибо! Все, пока! Что у нас дальше? А, хочет этих. Жарим, жарим, жарим. Что тебе, братан, сейчас все будет? Чё, пожарился? Вот, рачок, рачок, бери рачка своего. Давай дальше, дальше. Клиентов мне тут не задевай. Давай, давай, давай. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, чё у тебя с глазами, братан? Чё-то один вниз, другой вверх. Ладно, давай, поджарим тебе рачка. А тогда чё, мы, кажется, кальмара, что ли, жарим? Да, чё-то, мне кажется, мы второй раз рачка жарим. Держи, братан, у тебя глаза выпрямятся в следующий раз. Давай, чё, всё, мы победили? А, нет, ещё Дед Мороз. Хочу коктейль, давай, наливай. Наливай коктейльчику. А, братан. Все капри за ваши деньги. Давайте дальше. Ну, все, next. Ух ты. Сколько денежек-то я сразу заработал. Ой. Тут музыка, короче, прям такая бодрящая. Так, у нас 18 баксов, нам не хватит ни на что, поэтому мы просто жарим дальше. Так, давай. Чё тебе пожарить, по-моему, это? Тебе чё? Да ты вообще, Вася, офигел. Так. Давай-ка, давай-ка. Так, а ты чё у нас? Раку и напиток. А тебе тоже напиток. Ой, смотри, как мы вот это... Так, дальше напиток и там рыбу и... А, вон. Блин, все перепутываю. А тебе тоже рыбки, братан. Сейчас мы тебе тоже рыбки дадим. Так, теперь нам надо кальмаров. Два кальмара пожарить. И рачков. А тебе налить водички. И тебе тоже надо налить. Вот так вот, братан, забирай. Забирай все крапиз за твои деньги, слушай, тебе надо все. Как вы меня хорошо понимаете, да? Все сделали. Получили 72 бабосоньки. Бабосоньки, ну значит нам скоро можно покупать денежек. Давай-ка. А вот салатики какие-то можно делать. А, ты, блин, так, что там тебе? Рачок. Запросто, что тебе еще пожарить? Так, сгорит через какое-то время. Так, тебе тоже надо, да? Рыбки и рака. Так, тихо. А, ты налить пока, давай-ка нальем. Так, тихо, давай-ка, давай-ка. Так, и рыбки, и два рака. Вот. Давай, бери, братан, еще наливаем. Давай, давай. Да ты чё? Так, и тебе тоже, да, братан? Так, давай наливаем пока все равно. Кому не да понадобится питьё, я тебе говорю. Две этих и рак. Рака Макафо. Так, все. Так, ты тоже бери. Так, бери. И... Так, а чё по очереди как-то жарить? Вот, остался понемножку, и все, братан. Мы тебя сейчас обслужим. Косоглаз опять пришел. А, братан, иди. Тебе пофигу, что давать, хоть рак, хоть кальмаров, ты все равно не увидишь. 77 из 73. В принципе, неплохо. Бесит мне эти запросы по типу «Оцени игру», потому что они мне
мешает снимать видос, и все у меня накрывается медным тазом. Так, ну что, у нас начинается следующий. Так. Ух ты, сразу все захотел. Не ошибешься все. Те еще две рыбки. Сейчас самый голодный здесь. И раков, и кальмаров, и все сразу ей. Жарим, варим, кипятим. По-любому-то пить заходит кто-нибудь из вас, я вам говорю, гарантирую. Вот. Фишес. Так, давай-ка. Что у нас? Краб. Краб. И фишен. Так. Так, братан, давай наливай. Уже иди давай. Я знаю, ты долго уже ждешь свой заказ. Так, ты что там? Нями фишен. Фишен, давай-ка. О, найс. Так, давай, братан. Тут что у нас? А, кальмаров еще. Давай, пожарься, все нормально будет. Блин, только, наверное, она не успеет, да, мне до трех звездочек. Слишком медленно я все жарил. Не, я смотри, прям впритык. Практически десяточку я заработал, и все. Так, давайте купим что-нибудь, потому что откроем. Может быть, разнообразие в еде, в питье и во всем. О, две сотки можно. Две сотки, давай-ка. А, ну это просто две. А, это что такое? Это что-то. Так, у нас... Нет, за 700 можно купить потом будет. А сколько у нас... Ох ты, у нас сколько вас, масс, ваш, ват, бат. Нифига себе, сколько у нас испытаний-то. Ой, это уже мы сделали, да? Так, у нас опять что-то... Да, хотят... Улучшить все. У нас это разблокировалась одна из этих. Нет. Нам давайте что-нибудь менюшку что добавим попозже. Плей! Все, пацаны, плей. Если ты не плей, давай пожарим сразу. Вот. И нальем. Давай, братан. Так, что тебе надо? Рак, кальмаров, кальмаров. Давай-ка. Так, тебе надо? Так, и что там? Рак, фишин. Блин, все что-то этого хотят. Водички, короче. Осталось одни водички, короче. Давай, 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 водички свои. Кто там орал, блин? Так, давай-ка. Кальмаров и раков. Блин, я промахнулся, ну ладно. Так, все нормально, братан. А тебе не надо, да? Тебе нужно еще раков. Эх, жалко только просрал, может быть. Может, сам ты съешь уже. 99 из 95, кстати. Рыбка так и осталась пожаренная. 30 next. Yes. 333 у него всего. Вообще всего. Я подумал сначала, что столько прибавляет. Вообще. А тут оказывается всего вообще. Не, пока не будем. Не будем мы прибавлять. Давай-ка. Ой, суп даже можно. Суп сварить. Нифига себе. Пожарить. Так, давай-ка.
А, суп тоже, да. Так. Так, давай-ка. Давай, братан. Фишин. Так, суп. Фишин. Так, давай. Мы смотри, как все делаем. Варим, жарим, кипятим. Давай. Осталось два рака. Все, и прям смотрите, как мы уже приноровились. Заранее все обогреем, так уже знаем, что придут, возьмут рачка или что-то в этом роде. Воу, мы даже все справились намного лучше и круче, чем в прошлый раз. 100 с лишним заработали. Next. 440. Теперь смотрите. Нам нужно что, убдать, да? Давай. А, два коктейля будет делать. Давай два коктейля пускай. А вот так кофемалку мы улучшили, будет два коктейля. Ну-ка, сразу все обжарим, супец заготовим. Ух ты, ух ты, а чё это как-то так? Так, тихо, я не пойму. Бля, а чё делать-то? Так, тихо, что-то я не пойму. Я не знаю, как тихо обслуживать. Что такое? Я два раза нажал, выкидываю. Так, давай-ка мы это. Надо, короче, что-то нажать, да? Так. А, ну все, я научился. Фух, а то я что-то это... Как-то не понял, что делать-то. Так, ты, наверное, просто рыбу захочешь. Ты, наверное, не хочешь, да, рыбу? Давай с этими фруктами. Фишишь, короче, фишишь и... Вот это. Так, я понимаю тебя. Братан, всем плохо. Ты, наверное, тоже с этими, да? А чё ты? Блин, три рак. Она уже сейчас. Давай. Успел, все, зашибись. Вау, успел, блин, вообще. Прям впритык все. Две рыбины еще. Так, давай-ка. Так, ты, наверное, просто рыбу. Ты, наверное, вот это. Ты нас тоже с овощами. Вот. Останется только кальмар, это и вот это вот все. Фух, как все сложно-то стало. Одного мы все-таки пропустили, но он вижу, так и должно было быть. Потому что я заработал 184, даже не торопясь. Не торопясь. Ладно, ребят. Если вам понравилась игрушка, оставь ссылку в описании. Прикольная игрушка, она очень так... Ну, мне нравятся такие, не знаю. Иногда прикалывают что-то вот это. Готовить, успевать. Ты в реальной жизни. В такой так. Я оставлю ссылку в описании, да. На этом все. С вами был Швилька и Покедова.